Здравствуйте. Кого сегодня не видел? Сегодня, как вы знаете, наверное, уже у нас юбилей. Андрей Леонидович будет праздновать вечером. Хотел поручение от лица клуба, от всех работников клуба за долгую работу, еще будучи игроком, будучи тренером, много лет отдал в клубе. Поздравления от руководства. Приказ, распоряжение, поощрение. О, не то. Руководство коллектива хоккейного клуба «Салават Юлаев» сердечно поздравляет вас, Андрей Леонидович, с 50-летним юбилеем. Благодарим вас за личный вклад в летопись достижений хоккейного клуба «Салават Юлаев». Желаем вам высоких успехов и достижений в спортивной деятельности, огромного здоровья, благополучия и оптимизма, всех жизненных благ, поддержки и участия близких вам людей. Премия мечта. Надо с этого начинать было. Так я начал с этого. Ладно. Спасибо, Александр Владимирович. Ладно, спасибо, не будем задерживать тогда. Все, ребят, у вас сладкое будет на ужине. Андрей Леонидович, от лица телеканала БСТ, поздравляю вас искренне с вашим праздником, желаю вам всего самого наилучшего. Ну, расскажите, как себя чувствуете сегодня, в этот день? Ну, спасибо за поздравление. Так, ну, знаете, года идут. Ну, если вот посмотреть на цифру, да, там такая ощутимая, знаковая цифра, но в душе я как молод, вот, знаете, готов как бы и выйти, и поработать, и приносить радость и подрастающим поколениям, зрителям. Вот такое ощущение радостное. Спасибо еще раз за поздравления.